Всем привет, друзья! В этом видео буду начинать фасадную отделку нашего гостевого дома на две студии. Приятного просмотра! Начинаем! Здесь я хочу построить гостевой дом на две студии своими руками. Перед монтажом фасада, как всегда, нужно подготовить стены, срезать пену, снять отливы с окон, они будут мешать, и зачистить все неровности рубанком по газобетону. Приступаем к работе. Кстати, если вы впервые на этом канале, то знайте, здесь я строю небольшой гостевой дом на две студии с потенциальным доходом. На канале уже более 50 серий, посвященных данному проекту. Если интересно, подписывайтесь. После зачистки обеспыливаем поверхность и заделываем все сколы и раковины. Используя обычную штукатурную смесь. Пришло время загрунтовать поверхность. Чтобы не испачкать тротуарную плитку, использую два щита. Грунтование завершено. Переходим к монтажу уголков с сеткой. Уголки монтирую на белый цементный клей. Прижимаю уголок и убираю все излишки клея на сдир. Стены подготовлены, можно начинать фасадную отделку. В качестве отделки буду использовать декоративное покрытие АМК в цвете Mix 432. С данной отделкой под кирпич я уже знаком. 3 года назад отделал ей основной дом. На сегодня покрытие выглядит идеально. Сам материал паропроницаемый и состоит из акрила и мраморной крошки. Подготавливаем первый стартовый лист. С него нужно удалить выступающие кирпичи и нижнюю часть сетки. Покрытие АМК буду монтировать по шнурку. Отступ от тротуарной плитки сделал 2 см. Разводим белый клей для керамогранита и мозаики. Монтаж начал с южной стороны. На этой стороне необходимо быстро работать, чтобы клей не заветрился на стене. Это очень важный момент. Солнце все-таки дает о себе знать. Клей наношу кельмой ровно на один лист. Затем все излишки убираю зубчатым шпателем на 6 мм. После работы зубчатым шпателем сразу прикладываю лист. Чем быстрее, тем лучше. Опять же, смотря какая у вас погода. У нас жара. Покрытие равняю по шнурку и приглаживаю шпателем. С открытой части сетки убираю весь клей на сдир. Здесь также использую 2 щита под ногами, чтобы не испачкать тротуарную плитку клеем. Наносим клей для второго листа и прикладываем второй лист. Здесь главная задача сформировать одинаковый параллельный зазор, шов, в 7-8 мм. Я делаю это на глаз, вы можете сделать шаблон из экструдированного пенополистирола. Прижимаем второй лист также шпателем и убираем излишки сетки на сдир.
Поздравляю, вы освоили основной принцип монтажа покрытия АМК. Дальше процесс будет повторяться от листа к листу. Главное, соблюдайте параллельный ровный шов между листами. На завершающем листе нужно сделать подрезку листа. Подрезку делаю по правилу обычным канцелярским ножом. Первый день работы сделал один ряд. Оставшийся клей пускаю на затирку швов. Еду отдыхать, завтра продолжу. С утра решил помыть машину новой мойкой высокого давления Hütter W195 Pro. Она имеет компактный размер, при этом давлением в 195 бар, мощность 2,5 кВт. В комплекте идет профессиональный пеногенератор, надо будет докупить специальную пену и попробовать. Теперь не только машина будет чистая, а еще тротуарная плитка и наш фасад. Чистота. Hütter. Едем на работу и продолжаем монтаж дальше. Намылил. Для монтажа второго ряда перемещаю шнурок с учетом зазора в 8 мм между нижним рядом. Подготавливаем стартовый лист и приступаем к знакомому процессу. Обратите внимание, с левой и правой части я очищаю шов от клея пальцем. Так мне легче будет контролировать толщину шва между листами. Излишки клея мне не будут мешать. Прикладываем лист, ориентируясь по шнурку. Зазор шов между углом и покрытием делаю в 5-7 мм. Прижимаем лист шпателем как следует. Я прохожусь примерно по 3 раза по всей поверхности во время монтажа каждого листа. Ваша задача утопить поры покрытия в клей. Тогда ваш фасад будет великолепен. Наносим клей на следующий лист. Сразу подрезку под окно не делаю, после посадки листа просто вырезаю часть материала канцелярским ножом. Обрезки материала не выкидывайте, они могут вам еще пригодиться. Время идет и работа потихоньку движется. Продолжаем махать шпателем. Второй ряд завершен, осталось смонтировать подрезку в два кирпича. Подготавливаю листы сразу на всю длину. Сегодня хочу закончить южную сторону. Шпатель в руки, на козла и вперед. Так, ну все. Осталось сделать затирку. Раствор я уже разбавил.
И сейчас мы все затрем. Фу. Затирку швов делал уже под лампу, закончил в полной темноте, хотя времени было примерно 8:30. Добрый вечер, друзья. Ну что, я все-таки добил полностью всю стену во всю высоту, затер. Так, сейчас все вот покажу. Только что закончил время, не знаю, там 8:30 или 9. В общем, смотрите, все затер, все сделал. Устал как собака. Сегодня работал 9 часов. Завтра буду отдыхать. Ну, нормально, сколько это? 35 или 36 квадратов полностью с затиркой за 2 дня. Я считаю, результат неплохой. Так с АМК я еще не работал долго и быстро. Через 2 дня начал снимать защитную пленку. Предварительно смачиваю поверхность водой. Так пленка снимается намного легче. Южную сторону 35 квадратов сделал за 2 дня работы. Ушло 4 мешка клея, на мешок почти 9 квадратов. Давайте полюбуемся промежуточным результатом. Впереди еще отделка 3 стен. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Здесь я пытаюсь построить гостевой дом на 2 студии по собственному проекту Односкат-55. Желаю всем удачи. Скоро увидимся. Всем пока. Ну а вот здесь вот в задней части, да вообще вокруг дома, я заказал уже чернозем. И примерно черноземом я подсыплю вот так вот полностью вокруг всего дома. И сделаю небольшой уклон. Даже не небольшой уклон, а такой хороший уклончик. И здесь у нас будет все красиво. Ну, полностью вокруг всего дома я сделаю дополнительную подсыпку на сантиметров 10, а то, возможно, и 15. И будет легкий уклон. В общем, вот такой план.